Президент России разрешил возобновить прямые полеты на египетские курорты. Утратили силу запреты, которые действовали с 2015 и 2018 годов и предусматривали лишь служебные авиаперевозки в Египет, а регулярные туры только в Каир. Туристам приходилось сначала лететь до столицы страны пирамид, а уже оттуда внутренними рейсами к побережью. Из-за дороговизны и неудобства спросом такие передвижения не пользовались. Правда, и сейчас отправиться к Красному морю можно будет только чартерными рейсами. Полагаю, что эта новость очень положительно отразится на туристическом рынке, так как данное направление и туристы, и агенты, и туроператоры ждали уже давно. Оно достаточно любимо всеми путешественниками. Конечно, явного и большого всплеска продаж по данному направлению мы не будем ожидать. Мы знаем, что сейчас уже лето, и оно разбронировано. Но полагаю, что на осень и на зиму данное направление будет очень популярным, да, и будет пользоваться большим спросом.